Нашим сотрудникам действительно очень приятно, что в такой, я не назову это сложное, да, но непростое профессиональное время, про них не забывают, им оказывают внимание. Теперь будет комфортно, просторно, не жарко. Новые комплекты средств индивидуальной защиты очень кстати. Несмотря на полную комплектованность медперсонала скорой помощи, лишними, говорят на станции, комбинезоны не будут. Это хорошие такие комбинезоны, многоразовые, внизу на резинках как надо, на молнии, с капюшоном. И надеюсь, что такая, хоть и небольшая помощь от меня лично, но она все равно какой-то свой вклад внесет. Я прекрасно знаю, что у нас с этим нет больших проблем, со средствами индивидуальной защиты ни у подстанции, ни в лечебных учреждениях, но считаю, что это никогда лишним не будет. Преимуществ много. Одно из главных – то, что комбинезоны многоразовые. Всего депутат Совета депутатов Николай Томашов подарил подстанции 16 комплектов средств индивидуальной защиты. Мы уже 2,5-3 месяца, скажем, повышенное внимание средствам индивидуальной защиты, уделяем повышенное внимание, то с практической точки зрения чуть больше на размер это удобно, потому что ты надеваешь на одежду, да, это время, ты быстро одел, застегнул, они оптимальны. Комбинезонами не ограничились. Кроме них, станции скорой помощи вручили и вот такие защитные краны, их тоже 16. Обновками водители скорой помощи воспользовались в первый же день. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.